Короче, мы сейчас летим над достройкой, над строительным объектом, на котором я работаю в данный момент. Мы начали этот объект в прошлом году, это было просто поле, большое, огромное поле. Сейчас, как видите, множество домов, уже где-то около 500 домов в целом на всем объекте. Это здесь, то, что мы видим, да? Это же готовые дома, в которых проживают люди, и вот там те домики. Это большая парковка, на которой все находимся мы сейчас. Выше подниматься не хочу, потому что здесь не как бы не полетная зона. Деревушка называется Fair Oak, как бы переводится «справедливый дуб», можно сказать. Но в Англии, конечно, не переводится буквально на русский язык, если хочешь назвать, сказать название деревни. Вот здесь уже все проживают люди, но здесь в некоторых местах еще недостройки. Вот надвиснем над этим местом. Такие вот 3-4-комнатные дома. Комнатные, я имею в виду спальни. Зала, кухня, прихожие, все эти подсобки я не считаю, конечно же. Бочком пролетел, смотрим, что здесь. А там, видите, дома, вот эти дома сейчас как раз, которые в центре экрана. Здесь идет внутренняя отделка в них. В этих домах как раз я работаю. Так недавно вообще началась весь этот объект. С нуля вообще. Высота 132 фута, то есть это 40 метров с чем-то. Сейчас опустим сопла, пролетимся над деревьями. Еще так бочком покажу вам здесь, как это все выглядит. Yeah.
только машина, то здесь прохладно, на улице мороз сегодня. Блять, холодновато сегодня на улице, блять. Ой. Руки замерзли на кизяк. Делается зум, оказывается, в этом. Да? Угу. Одни кнопки нажимаешь и жестко. Видно мою пташку или нет? Над нами должен быть далеко. Орел мой, где ты, бля? Я думаю, если я не вижу, то никто не видит. Я не мчу на улице сейчас. Ага, вот ты где, блядь. Всегда хотел мне тут зависнуть, там, на таким, там, где экскаваторы работают, на таким местом, что сделать такой красивый таймлапс. Вот он, Fair Oak. Fair Oak. До сих пор снежок на дому, на крышах. Ну как снежок, такой иней, можно сказать, а не снежок. Сюда солнце еще не попало. Вон те дома, сейчас пролетимся над ними. Покажу вам все. Вот, это уже въезд на этот estate, на этот райончик. Maximum flight altitude reached. Какой-то максимум, интересно. С каких-то пор 300-400 футов, это максимум. Я установился 500 метров, я не понимаю, почему это такие сбои дает программа. Сейчас мы туда приземлимся немножко. Видно было, как огороды выглядят за домом. Ну, такие огороды, конечно, паскудные. Но земля дорогая в Великобритании, поэтому в Англии, в частности, дорогая. Там может... Чуть дальше на север, там дешевле. Чем дальше на север, тем дешевле все. Мы находимся на самом юге, у воды.
все материалы находятся здесь, видите. Вот, все. Блоки, кирпичи. Там тут парковка, как уже мы видели, для строителей. Самолет летит. Низко идет, гад. Там аэропорт находится чуть дальше, но мы туда не будем, конечно, лететь, потому что там вообще, я бы даже сам забоялся бы людей под, жизнь людей под риск ставить. Окей, понял, прикрутим звук, 30% уже предупреждает меня. Ладно. Едем на посадку в таком случае.